на Лондон Стадиум. Отличные условия для того, чтобы команды показали футбол высочайшего качества. И даже погода не стала вмешиваться. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Зовет нас английский футбол вновь. Это премьер-лига в прямой трансляции. Сегодня Вест Хэм сыграет против Брайтона. Спасибо, Георгий. Отличная игра нас сегодня с вами ждет. Стартовый состав Вест Хэма вашему вниманию. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Итак, стартовый состав Брайтона. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами. И если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно так команда сегодня и будет играть. Вест Хэм — это клуб с историей взлетов и падений, вылетавший и возвращавшийся в высший дивизион английского футбола, но никогда не опускавшийся ниже чемпионшипа. С молотобойцами связаны такие игроки, как Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпард, Пол Инс, Джо Кол и многие другие. И давайте не будем забывать великолепное трио из более ранней и более славной истории клуба. Бобби Мур, Мартин Питерс и Джефф Хёрст — это все воспитанники Вест Хэма, которые помогли Англии выиграть чемпионат мира 66 года. Это офсайд, атака закончена. Слишком рано он начал двигаться к воротам и угодил в офсайд. Вратарь в игре тащит этот удар. Мастерски сыграл вратарь в недавнем моменте. Только благодаря его мастерству не случилось быстрого гола. Навешивает штрафную. Есть там кому сыграть. Штрафной мяч опасно может быть. Крейг Доусон.